богу, вы пришли. Встречайте, кандидат на пост мэра нашего города Кашевартовска Дмитрий Назаров. Ну что ж, мы начнем нашу пресс-конференцию, господа журналисты. Простите, мы в прямом эфире? А то я хотел сказать, что не очень искренне радуетесь мне. Это все ваши люди. Люди радуются, вы не радуетесь. Я очень рад вас видеть сегодня. Что, нельзя было пригласить кого-то более позитивного? Вы хотите мою предвыборную кампанию начать со скандала? У нас серьезная пресс-конференция. У вас это что, проплачено где-то? Скандал? Вас попросили это сделать? Я болею за «Спартак». А я болею за «Кашевартовский химик». Ну что ж, господа журналисты, задавайте свои вопросы. Извините, что мне пришлось начать так. Бога ради, простите. Нет, вы правы. Бога ради, простите. Да, пожалуйста. Добрый день. Журнал о ремонте «Пошумим, бать». Выходим только по выходным. У меня вопрос. Вы предложили построить пятую кольцевую дорогу. Рязань-Владимир-Калуга-Амстердам-Тверь-Владимир. Вам не кажется, что такая дорога сильно грузанет Калугу? Спасибо. Своим вопросом вы, конечно, задели две извечные российские проблемы. Плохие дороги и много дураков. Я решил поправить дороги. Я не знал, что нужно было начинать с вашего издания. Добрый вечер. Среднеазиатское национальное радио NatsvayFM. Вот вы обещаете сократить аппарат мэрии до 3 человек. Связано ли это с тем, что у вас 3 сына? Спасибо. Ну, разумеется, в нашем городе, где население даже в летний дачный сезон не превышает 50 человек, я не вижу смысла держать более многофункциональный аппарат. А ваше далекое от нас радио, это с какой стороны волнует? Девушка, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Журнал Child Free «Сыновья». Скажите, вы были автором пенсионной реформы. Как часто пенсионеры плюют вам в еду? Да, я когда составлял эту реформу, совершенно не рассчитывал на такое отношение ко мне. Да. Не часто. Славься, наш кандидат! Еженедельник «Киркоров и партнеры». Простите, вы вот пообещали дезорганизовать организованную преступность и организовать неорганизованную. Это вот скажите, вот зачем? А зачем Киркорову партнеры? У меня вопрос. Про дураки и дороги вы уже спрашивали. Не, другой вопрос. Кашевартовский оппозиционер написал про вас стихи, я процитирую. Ну что еще должно случиться? Какие нам нужны примеры, чтобы понять, что гусь не птица и что из вас не выйдет мэра? Вы обещали ответить ему в стихах. Спасибо. Угу. Но вы мне даже не даете времени на подготовку. А я, пожалуйста, подготовьтесь. Мы примем, правда. Примем меры. Не будет, блин, пенсионеров! Ну что ж, господа журналисты, спасибо большое за вопросы. А теперь наш кандидат представит свою команду заместителей. Люди, на которых мы можем положиться. Это бесценные люди. Дмитрий,
Пожалуйста, представьте нам своих заместителей. Они все могут, все. За какие сферы отвечают эти люди? Общественное питание. Так. Общественное питье. Нетрадиционные клубы. А пожаров у нас нет. Вот мои три заместителя. По документам, вот это глава АХЧ. Как расшифровывается аббревиатура АХЧ? АХЧ. АХЧ. Общественное. Хочу чаю. Общественное. Хочу чаю. Настало время произнести клятву мэра. Вы составили клятву буквально за пару минут до того, как придете на пресс-конференцию, и не было времени выучить ее, я вам буду помогать. Я буду начинать, а вы продолжайте. Итак, я кандидат на пост мэра города... Вартовска. Кашевартовска. Торжественно клянусь, когда предлагают взятку, а отказаться нельзя, я обещаю. Я передам ее заместителю. Клянусь нагло превышать свои полномочия только в случае... Если это необходимо. А все стрельки из клубов, которых мне не делают скидку, я обещаю... Не посещать. И самое главное, клянусь сменить герб города Кашевартовска с мясорубки на... На качалку. Хватит делать вид! Что у нас в стране еще что-то есть, кроме качалки? А гимн Кашевартовска переписать в манере Snoop Doggy Dogg, который будет начинаться со слов... Я Дога-Дога не знаю. Вот точно. А какой гимн вы предлагаете? А вы выберите меня. Слава богу, ты пришел. В пятницу в 22:00. Юмор на СТС.